Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, пацаны, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова видео на проекте Amazing Holy Play. В этом ролике, дамы и господа, будет одна интересная темка. Многие ютуберы это записывали, снимали, пробовали, но я тоже об этом думал еще очень давно, когда только добавили эту возможность. И сегодня, пацаны, мы попробуем выбить блат номера на обычные машины. Ну не фу блаты, конечно, но какие-то красивые полублатики. Я думаю, это будет очень интересно. Так как я являюсь любителем в целом блат номеров, как бы мне не нравится, я их там покупаю, скупаю там туда-сюда, то есть я люблю, когда на машине стоят красивые номера, и я надеюсь, то что сегодня нам улыбнется удача, мы выпьем что-нибудь более-менее нормальное. У нас будет несколько попыток, около там 20, я думаю. Если мы ничего не выпьем, конечно, это будет печально. Ну а что из этого получится, вы в принципе видите в этом ролике. Ну а я вам напоминаю то, что я играю на втором сервачке, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинать играть вместе со мной. Ну а для тех, кто планирует зайти на проект Amazing Holy Play, конечно же, есть мой самый лучший промокод. Вы можете ввести, прокачать уровень и получить 450 тысяч и сразу купить себе квартиру и машину. Поэтому не тупите, вводите промокод и получайте свои бабки. Ну а я всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Самое интересное, то что с момента, когда добавили вот эту возможность ставить номера в ДПС, я ни разу это не делал. Вообще ни разу, ни одного разу я не пробовал поставить себе номера из ДПС на какой-то из своих автомобилей. Ну, потому что у меня в этом не было потребности, потому что я покупал просто номера, там, полублаты, фуллблаты, там, и так далее, и просто сразу ставил красивые номера на свой автомобиль. Я купил несколько автомобилей, чтобы испытать нашу удачу, посмотрим, что из этого получится, как бы, вот такие вот запорожцы я купил, чтобы на них ставить номера, и надеюсь, что у нас сегодня что-нибудь получится, потому что, ну, честно, хотелось бы какие-то, знаете, хоть неплохие полублатики выбить. Не знаю, с какой попытки у нас это получится сделать, но, в принципе, я думаю, шанс как бы есть, и надеюсь, то, что у нас как бы в этой серии что-нибудь получится. Запорожец, конечно, пацаны, это не лучшая машина для передвижения, но, в принципе, я думаю, пока что поездим на них, как бы у меня особо недалеко находится от ДПС, поэтому особых проблем быть не должно. Сейчас быстренько доедем и посмотрим, что за номера нам выпадут. Я даже не знаю, сколько номера стоят для получения. В это даже не вникал на самом деле. Я сейчас будем как бы это все смотреть, проверять, пробовать, потому что я, честно, в это реально не вникал и никогда не пробовал выбивать номера. МКО 710. Ну, блин, такое себе на самом деле. Я думал, хотя бы какие-то, может быть, полублатики, там, зеркалочки какие-то выпадут. Но в итоге выпала полная шляпа, да. Но первую попытку мы, так сказать, благополучно просрали и едем дальше. Итак, для того, чтобы нам как-то покомфортнее, побыстрее передвигаться, я решил, короче, взять велосипед, потому что он, в всяком случае, я думаю, едет быстрее, чем запорожец, и на нем будет поудобнее и попрактичнее. Да, возле ДПС самое лучшее время просто заюзать наркотики, прям вообще молодец. Ну, ничего страшного, я думаю. Так, получаем номера. ТСР 522. Бля, ну вот это уже, знаете, более-менее уже, знаете, ну, если было бы 3 двоечки, было бы вообще шикарно, я считаю. Ну, а так, ТСР 522, ну, более-менее уже, знаете, получше, чем перед этим было. Ну что ж, пацаны, вот она, родимая, просто, вот оно. Вот, последняя попытка, пацаны. С последней попытки выпали полублаты. Походу, шанс, пацаны, все-таки есть, реально. Шанс все-таки, сука, есть. Понимаете, у меня 7 попыток было. И на последней 7 попытке мне выпадают полублаты. Я не знаю, я счастлив, как будто я, блядь, миллион долларов, блядь, выиграл, миллиардов, сексиллиардов, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, ты шо, дядя, блядь, ты шо, богатый, ты шо?
эмочки, пацаны, эмочки, бля. Еще эмочки, кстати, редкие такие блаты, на самом деле. То есть их вообще я, в принципе, не видел. 701, да, цифры, конечно, ну, не особо такие пиздатые, но, бля, пацаны, полублаты просто выпали. Просто выпали полублаты. То есть это был мой самый лучший, так сказать, заход. Вот такие вот там полузеркалочки какие-то были, я помню. Вот, не, где полу... А, вот, вот зеркалочки типа были такие, знаете, ну. Ну, тоже ни о чем, то есть ничего такого, в принципе, не выпало. Там ТСР, МРР, ОК, там, ну, ничего такого не выпало, кроме вот этого, понимаете? Я предлагаю сейчас поехать, продать вот это все и попробовать еще. Возможно, что-нибудь еще нам как бы выпадет. Это Сан-Франциско, город стиле диско. Это Сан-Франциско, на-на-на-на-най. Это Сан-Франциско, город стиле диско. Я приехал, чтобы забрать все запорожцы. На-на-на-на-най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 -
Ladies and gentlemen, мы купили новую партию запорожцев! Блять, ну я долбоёб, ну чё я машину не заспавнил, блять, ну дебил нахуй. Это Сан-Франциско, город Середиска. Я реально баранчик Шон, потому что, блять, я забыл машину заспавнить. Ты, Рагуль. Ну, блять, такое. А ну на базу, блять. Шо, номера выбиваю, Лёш, что я делаю? Так, поехали. А то мусора охуели, да, блять? Велик мой берут, ебать, всякие. Хуйня спит коня. У вас хуйня, у нас тятя, ебать. Это Сан-Франциско, город Середиска. Это Сан-Франциско, на-на-на-на-на. Это Сан-Франциско, город Середиска. Ну что ж, пацаны, прошла вторая попытка, и, к сожалению, нам ничего, в принципе, не выпало совсем. То есть, даже близко ничего такого не было. Такие, знаете, номера, ну, ни о чем просто. Вообще, ну, ни о чем. Самые нормальные номера у нас выпали с первой партии наших запорожцев, так сказать. Ну, а из второй партии, в принципе, ничего такого не выпало. Но я предлагаю, знаете, что сделать? Сейчас поехать просто продать еще раз все запорожцы ненужные и купить еще запорожцев и третий раз попробовать. Так сказать, третья попыточка будет. Получится она, если нет, смотрите дальше. Ну что ж, дамы и господа, попытка номер 3 не удалась успехом, ничего, в принципе, не выпало, к сожалению, то есть абсолютно ничего. Я как бы обновил зазики, но, к сожалению, ничего даже близко не было. Нам выпало только вот этот запорожец пиздатенький, который, в принципе, был первой партией, так сказать, этих автомобилей, этих попыток, и все, пацаны. Нам больше ничего не выпало. Ну что ж, я на это буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я думаю, вы поняли то, что шанс выбить полублат и все-таки есть. У меня это получилось с 7-й попытки. Вы тоже можете попробовать. Пишите в комментариях, какие номера вам удавалось выбить. Я надеюсь, то, что вам понравилось данное видео. И повторюсь, если на этом ролике будет хороший актив, то я запишу вторую часть, но в которой я уже буду 100 раз пытаться выбить номера. Я думаю, это будет интересно, поэтому не ленитесь, поставьте лайк и также можете подписаться на канал. Всех жду на втором сервачке. Все ссылочки есть в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.